Всем привет, с вами канал AlexDNPro, и сейчас я расскажу вам о том, как подключиться к компьютеру удаленно. Как вы, наверное, уже догадались, для этого нам понадобится специальная программа. Программа называется TeamViewer. Будем использовать ее. Так вот, она у меня уже открыта. Открываем теперь ее. В данном случае я использую смартфон. Это может быть компьютер, планшет, там без разницы, какое устройство вы будете использовать для подключения к вашему компьютеру. Вот и так открываем TeamViewer. Вводим ID компьютера, партнера, да, как они там его называют, к которому вы хотите подключиться. В данном случае этот. Вот я его ввожу. Нажимаю удаленное управление на своем смартфоне. Просит ввести пароль. Вот, я могу ввести пароль, который уже случайно сгенерированный. Да, вот этот вот. При каждом запуске программы он будет меняться. Или мы можем его поменять, да, там создать новый случайный пароль. Там, раз он там пересоздался. Или же мы можем зайти сюда вот опции, безопасность, и установить свой пароль, который будет постоянным. Ну, в данном случае я поставил 4 единички. Готово. Ждем соединения. Итак. Соединение произошло. Нам вот тут показывают взаимодействие с мышью, как управлять. Ну, пропускаем. Как вы видите, на экране компьютера отобразилась сбоку вот такая вот надпись с подключением, список соединений. Показывает, какое устройство сейчас подключено к нам. В данном случае это смартфон. Можем это скрыть, можем оставить, без разницы. Вот. Итак, теперь, когда мы вводим пальцем, да, по экрану, у нас передвигается курсор мышки. Какие функции нам предоставляет эта программа? И как она работает, ее устройство? То есть программа передает просто потоковое видео на устройство, с которого вы зашли. Допустим, у вас есть хороший компьютер, какой-нибудь очень мощный, на котором запускаются любые приложения, там игры, все, что вы хотите. А вы просто заходите с какого-нибудь слабенького ноутбука там через TeamViewer, запускаете игру на компьютере, и вам потоком идет видео на ваш ноутбук. Вот. Или, допустим, в данном случае на мое устройство, вот на смартфон. Так мы можем управлять любым приложением. Ну, не знаю, давайте вот, допустим, браузер откроем, да, там, посмотрим, что у нас там, какие новости есть там. Итак, открываются вот наши все вкладочки. Уменьшим чуть. Экран так будет поинтереснее. Смотрим, что у нас здесь, да, вот варианты всякие. Ага. Так, всякие файлы, темы. То есть управляем любым приложением. Куда хотим на компьютере заходим, делаем все, что нам нужно. Это подойдет хорошо тем, кто хочет поиграть в какую-нибудь игру, посмотреть какие-нибудь файлы, фотографии, там, видео со своего компьютера. Ну что ж, на этом все. Я думаю, если вы поставите эту программу сами, интуитивно там разберетесь, все очень понятно, интерфейс очень простенький. Поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и ждите новых выпусков. Пока-пока!